Приветище, это Born Finder, и это мой магазинчик хламья. Короче, в прошлой серии мы побывали на болоте, покатались на крокодилах, нашли последнюю часть наших увлекательных, вот этих вот, как их там называют, лягушатин. Лягушка-то где? Видать, я ее обратно скинул. И сегодня мы их наконец-то соберем. Значит, выкидываем их все сюда. Неужели я лягушку где-то просохатил здесь? Фух, вроде все лягухи в сборе. А это означает, что цирковое представление у нас сегодня будет по любе. Стопэ. Сейчас надо пропихнуть. Это у нас лягушка-маг, мэджик. Ну, типа, волшебник, который всех дурит. Лягуха на моноколесе, конечно же, как без цирковых представлений. И какой цирк без трюкачей? Обязательно они нужны. Блин, не все лягухи собраны, прикинь. А я уж обрадовался. Короче, нужны еще лягухи на качели, лягухи на шесте и лягуха, вот, балансировщик. Як-макарек. Сколько еще лягух-то собирать? Лягухи меня, конечно, расстроили. Но пойду-ка я порубаюсь в компик. Посмотрим, что там за письмо нам пришло. Почта. Энус Бевер пишет нам: «Здорово!» Ну, это чисто наш чувачок. «Мать моей женщины, ходят слухи, что кое-где завалялось реквизитное оружие из атаки черных безголовых всадников. Типа его еще можно откопать на этих старых говностудиях Мика в белых песках. Если нароешь эту херовину, сможешь нехило срубить бабла». Нифига себе. Вот такой доспех черного какого-то рыцаря, точнее всадник. Ладно, берем заказ и посмотрим, куда нам теперь ехать нужно. А ехать нам нужно сюда. Угу. Старая киностудия. О, киностудия. Так погнали, что ждать-то? Let's go! Ух, круто! Жалко, что киностудия заброшена. О, зеленый экран. Будем фон тестишь снимать. Кстати, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. Мика Студио. Живая мечта. Вау, вот это у нас тут пейзаж. Вы хотите испугаться? Да блин, как с крокодилом что ли будет? Ну ладно, давай, я хочу испугаться. Что-то у нас какие-то ужастики пошли. О, Бобби, что читаешь, что тут у нас? Давай тоже попробуем. А, это перенести можно. Нефиг читать, это я забираю. Что расскажешь? Лис пришел, это точно. Фильмы, вот я о чем. Старый ты пенил, кошонок. Ух ты, там мегафон есть. Мегафон. Чей-то портрет. Так, значит, его забираем. Впарим за какой-нибудь стул. Там, а, это мусорные баки. Я думал, там кассеты с фильмами. Эх. Я уж размечтался, что разбогател на старинных фильмах. Фонарик надо включить обязательно. Без него никуда. Сколько тут студийной всякой темы. Отлично, мусора будет навалом. Кстати, насчет мусора. Пойдем домика бежим. Что у нас тут такое? Опа, ценный мусор. Зашибись. Шикарно. Сегодня дядя Билли загуляем вечерком. Зайдем в раздел Мика. Ничего новенького не появилось, сколько там. Ну что, я предлагаю сейчас... Опа, можно раскопать. Тут уже трупачок, что ли, рядышком с тачки валяется. Закопанный. Сейчас узнаем, что там у нас. Ну-ка, ну-ка. А, собственно, ничего. Нас хотели надурить. Ух ты, смотри, кладбище, кладбище. Обалдеть. Но оно закрыто, что-то блокирует дверь. Хорошо, пойдем через парадную зайдем. Вау. Тут знаешь, чего не хватает? Дракул. Сейчас какой-нибудь вампиренок на меня выпрыгнет тут. Я думаю, что либо скелет на меня выпрыгнет, чтобы испугать меня. Из каких-нибудь кустов. Либо из гроба восстанет мертвяк, либо Дракула на меня нападет. Опа, ты видел? Ты видел? Ты это видел? НЛОшечки, давненько их не было. Они нам там, походу, пойло привезли. Давай-ка пойдем. В чашу налили уже в этот раз, да? Чаша-то пустая. Ух ты ж, ёк-макарёк! Я отвернулся, а он выскочил. Ха-ха! Испугать меня не удалось. Но прикольный чувачок. Тоже нашли чем пугать. Картоночкой какой-то. То ли дело живой аллигатор, да? Короче, тут все разбить. Ух ты, бумажечки какие-то. Все тут надо разбить. Короче, территория зачищена, все тут разрубил. Но я не понял, где пойло. Кстати, не все я забрал. Это что? Корпус какой-то, от сейфа или что там? Короче, пойло-то где инопланетное? Куда его спрятали? Хм, опа.
заныкали заначечку тут. Я-то все найду, у меня нух на все это. Нух. А вот оно, пойло, кстати. Сейчас надо будет подняться на второй этаж. Блин. Кажется, нам вот по этой лесенке подниматься. Смотри, тут еще вот нычка какая-то. Журнальчик. Ну что, погнали на второй этаж пробираться. Опа, тут нифига. Снова картоночка. О, лягухи. Ништяк, на шесте. То, что нужно. Так, орган, что ли? А где самому пианиному? На чем играть? Клавиш-то где? Ну хорошо. Не моего ума дело. Видимо, клавиши где-то заныканы. О, красочка. Красочка. Вот эта штука, забыл, как зонтик какой-то для светового представления. Но мы-то с тобой знаем, что этот зонтик для блогеров нужен. Вот оно, это пойло, наконец-то, давай бухнем. Вау. Вот это нас с тобой вставило. Вот это представление. Чё-чё? Так быстро закончилось. Плакат теперь в коллекции. Какой плакат? За пойло плакатики давали? Ну ладно. Короче, прыгаем со второго этажа, потому что я заметил вот эту... Опа, бутылочку, надо все это забрать. Кажется, тут все можно через окошечко, смотри, выпрыгнуть. Мог бы я это сделать, если бы не разбомбил все к чертям. И как мне теперь вылезти в окошко? Черт подери, я еще да могу, в принципе, вылезти. Вау, там вообще крутяк. Давай-ка пойдем-ка в эту сторону. О, что тут у нас закупали. Раскапываем по-быстрому куму. А не шиша, опять пусто. Что-то в последнее время меня много дурят. Тут открыто, отмычка. Как я по тебе скучал. Моя мычка, отмычка. Ага, неправильно. Ну это слишком просто, хотя бы замудрили как-нибудь. С замком. Все, двери открыты. Мы здесь. Тарелочка какая-то. Опа. Вороны. Черный ворон, черный ворон. Не морозь меня. Песня не к месту, но ладно. Какой-то мусор. Я думал, это люк куда-то. Ух ты. Фоточка с девочкой. Могилки разбивать не можем, да и я бы не стал. Это богохульство. Точнее, не богохульство, а разграбление гробниц называется. Я таким не занимаюсь. Гроб, смотри, какой. Вот гроб можно сломать. Он уже все равно никому не нужен. Что у нас тут? Режиссерское кресло. Видимо, здесь сидел режиссер и командовал съемочной группой. Смотри, тут даже рельсы есть. А где сама камера? Я уверен, что я найду часть от камеры тут. Мне же камеру надо собрать. У меня там почти все готово. Это что, склеп, что ли? Ух ты, трупы валяют, смотри. Чья-то рука. Рука зомби. Что-то я сюда зайти не могу. О! Блин. Тут только сидя. Стоя нельзя. Прикольно здесь. Конечно, немножко мрачновато. Ну, потому что кладбище. А так, в целом, я бы здесь зато сел. К тому же Хэллоуин уже скоро. Вот это вот, вот это все надо разобрать. Можно это как-то снять? Конечно, можно. Че, я еще кого спрашиваю? Тут все равно никого нет. Смотри, сейчас будем могилку раскапывать. Жуть-то какая. Ну-ка. Вот тут 100% должно быть что-то. Снова надурили. Да что ж такое-то, а? Но, не забываем, что это съемочная площадка. О, прожектор какой. На самом деле, это не кладбище. Смотри, откуда такие корни-то взялись? Были корни, нет корней. Мы куда-то прорвались. 100% отсюда кто-то выскочит. А, воу, я с этих окон хотел сюда выпрыгнуть. Снова лопатка нужна. Ну ладно, давай раскопаем. Ничего себе, колесо. Ну шикарно, а здесь что? Воу! Вот это стрёмненько было. Копаешь, оттуда зомбарь картонный вылазит. Пошел вон. Стремновато, конечно, немного, но ничего, не сильно так сыкотно. Подумаешь, немножечко сыкнул в труханы, ну, остирается. Так, вроде бы здесь все почищено. Территория огромная, куча всяких... Вот тут еще можно откопать.
закутков, кучу всяких деталюшечек, так что мог что-то пропустить. О, зайка! Выкопался. Да что ж такое-то, блин? Вот сейчас труханул. Пойду штанишки поменяем. Так, все, я вернулся, я здесь. Чешем дальше. Вообще все желание отбило откапывать грязь. Так что я, пожалуй, воздержусь от этого. В этой части мы еще не были. Что тут у нас? О, здесь можно пролезть? Кажется, можно. Нет ключей, нужен ключ. Вот, вот, смотри, откопать можно. Я, правда, зарекался, что больше не буду копать, но руки-то чешутся, хочется посмотреть, что там. Надеюсь, не зомбарь. Ну, кусок зомбаря, ладно. По крайней мере, он не выскочил. О, смотри, там статуя. Я думал, какая-нибудь нежить стоит. Теперь в коллекции у меня улучшение для стен есть. Надо будет посмотреть. Пойдем, короче, на статую посмотрим. Черепки. О, джойстик, наконец-то! Я собрал игровую приставку. Ну, надо будет домой вернуться и собрать. И тогда будет игровая приставка. Интересно, за сколько я ее продам? Это же раритетная вещь. Тут вроде бы чисто. Это все разбираем. Блогерскую тематику. Ну-ка, ну-ка, что за статуя? Здрасте. Вай, звуки какие. Вот это предмет пазла. Я ей бошку свернул. Смотри-ка. Звуки-то какие тут мрачные. Короче, она открывает вот этот вот склеп. А в нем, скорее всего, доспех лежит. Это не точно. Ладненько. Тут бошки можно поворачивать? Нет. Ну вот, загадочки пошли. Еще музыка такая противная была. Надеюсь, она больше не заиграет. Ну что, пришло время открывать склепы. Выдергиваем их. Ну, я на самом деле не сильно испугался. Я просто офигел, что он под ноги мне вылетел. Тут что, тут ничего. А тут что? И тут ничего. Немножечко перданул, но... Ну, это нормально, на кладбище, да? Когда сыкуешь, это все по теме. Все в теме. Тут не вылезти, это с другой стороны обойти. Подожди, хотя есть рубильник. Как не вылезти? О! О! Шикос. Убираем вот эту штуку, там, смотри, зомбарь лежит. Интересно, его поднять можно? Но это манекен, это не настоящий зомбарь. Это манекен. Муляж! О, блин! Гитлер! Тут ничего не открывается, тут у нас пусто. Туалетная бумага-то есть тут? Я слышу ее, кстати. Где-то здесь. Давай-ка сюда поднимемся. Она тут. Я прям слышу ее. Вот сюда. Да, точно она там. Блин, да как запрыгнуть-то, а? Опа, вон она. Красавица моя. Туалеточку нашли. Ух ты! Вот это вообще нормально, шикос. Забираем меч. Вот это тело роботизированное какое, смотри. Прикольно, какой-то стимпанк прям. Смотри на эти ветки. Такое ощущение, как будто чума их поразила. Темная мэджик. В общем, о, наверху что-то есть. Давай поднимемся. А, вот режиссерский стульчик. Царь горы называется. Ух ты, и комиксы здесь. Надо будет комиксы не забыть почитать еще. Очень важно. Очень. Это что за диски тут или книжки? Так, надо запрыгнуть. Давай! Я знаю, что ты можешь. Ага, забрали. Ну чё, это локейшн зачищено. Возвращаемся в склеп. Нифига себе, чё я пропустил. Надо забрать. И давай разгадывать загадочку. Короче, вся тема, походу, вот именно с этими статуэточками. Есть тут кнопка какая-нибудь, а? Может еще... А, вот рука. Вот так вот рука. А, все, я понял, смотри. Вот так вот на голову, на руку. Значит, поворачиваем голову. А, смотри, еще плечо двигать можно. Значит, вот так. Вот так. Плечо поднимаем. Вроде вот, вот. А, голова. Отлично! Что там? Контейнер в контейнере, еще один контейнер, и в нем еще контейнер, и в нем ключик. Смотри, сколько там золота. Золото! Ну, понятно, что это все муляж.
Забираем ключ. Погнали отсюда. Это знаешь, как яйцо, в котором иголка лежит. Ну все, мы теперь можем открыть вот эту вот дверку. И болото. Аллигаторов нету, слава богу. Перепрыгиваем. Ой, твой, твой! Блинский. Утопился из-за... И обрадовался, что аллигаторов нет. Вот это дела. Пошел бой. Фух. Но тут я сэкономил немножечко. Мама мия. Какое представление. И все ради меня. Я рад. Короче, тут 100% лежит доспех. Сейчас мы разгадаем. Не понял. Надо части тела найти, ага. Ага. О, синий экран. Ну круто. Короче, смотрим на статуи. Тут вроде бы все то же самое. Получается, вот эта статуя к правой относится, а вот эта вот к левой. Мадемуазели, разрешите подергать вас за ручки. Голова у тебя повернута была правильно. Рука назад. А тебе руки надо найти, да? Они наверняка где-нибудь здесь. Или, возможно, я их находил? Нет, не находил. Руки где? А, вот, смотри, вот одна рука. Воу! Тут у нас что? Голова статуи, отлично. Голову возвращаем. Руку. Руку сюда. Последняя рука осталась. Покажите ваши ручки. Ручки, ручки. А может быть, они закопаны, как ты думаешь? Давай раскапывать. О, пожалуйста, вот тебе рука. Последний ингредиент найден. Сейчас посмотрим, что еще тут. А тут пусто. Тут тоже что-то раскопать можно. Ага, мне уже не страшно. Приелись уже эти зомбари. Ну что, пойдем, ставим последнюю ручку, разгадаем загадку и заберем то, что нам принадлежит. Так, у тебя получается правая рука. Вот это вот должна быть. А это назад. Ну, вроде бы все так. Вроде бы все так. А, голова повернута. А, нет, все норм. Хорошо. Давай в другую руку. А если мы тебе здесь все поменяем? Оу! Там у руки скелета. А, это механизм. Ну вот, кстати, и доспех всадника. Зашибись, все нашли. Можно руки забрать, они такие крутые. Механизм тоже классный. Искомый предмет найден. Но я не все предметы еще нашел. Еще чуть-чуть осталось. И где бы мне все это отыскать? О, дядь Билли приехал сюда. Чё ты хочешь мне сказать? Мы с этой штуковиной сможем добраться до машины? Да, конечно, сможем. Тут не открыть двери? О! Это как так вышло? А, с этой штуковиной, в смысле, с проходом ты имел в виду, да, дядь Билли? Ну всё, я здесь всё уже 100-500 раз обижал. Ничего больше не нашел. Дядь Билли, садись в тачку, погнали отсюда. Итак, мы нашли все, кроме двух предметов и еще одного коллекционного предмета. Ну, не страшно. Блин, ну это было прикольно. Под Хэллоуин, да на кладбище. Не важно, что это съемочная площадка, но было прикольно. Было здорово. Так, дядь Билли там разобрал все. Давай попробуем оттащить, значит, лягушатин на стенд для сборки. Получается, что нам осталось еще две лягушки найти. Вот так. У нас есть возможность починить вот эту балду. Там ткань надо починить. Я ее буду чинить молотком, ясен пень. По-другому не умею. Вот так, как новенькая. Ну все, теперь собираем нашу ретро-приставочку. Все детали на месте, можем собрать. О, да. Пойдем, короче, выставим все это на продажу, то, что мы нашли. Тут арбалет лежит. Вот полочка свободная. Сюда, сюда. Так, сюда руки повесил. Смотри, руки зомбарей повесил. Три штуки нашел. Тут ничего нет. Ну вот, в принципе, и все. Я пойду сейчас спать.
с утра все это продам, а потом мы с тобой отправимся в новое место за новым барахлишком. Так что не забудь поставить лайк этому видео, подписаться, если ты еще не подписан, а я с тобой прощаюсь. Пока!